Привет всем! Сегодня мы тестируем вот такую вот стоечку DDT-SV2.1. УПшку я уже загрузил. Станок у нас сегодня вот такой вот 707 серии, 777. Станок полностью из чугуна отлитый. Все посадочные отфрезерованы. И вот сейчас мы будем тестировать обработку алюминия на нем. Шпиндель у нас 2,2 киловатта. УПшку я уже загрузил. И, в принципе, начинаем стартовать. Деталь, которую мы сейчас вырезали, вот такой вид она имеет после обработки. Напомню, станок 707 Каменская станка середины завода. Вот так вот там выглядит станок чугунный, минеральный. Вот на нем мы сейчас фрезеровали D16. Фреза шестерка, скорость перемещения в районе 3-4 тысяч, обороты 21-22 тысячи шпинделя.